Всем здравствуйте, меня зовут Ирина Городец, Санкт-Петербург. Я только международный Мудиси, 1199 рублей, вот такой платится. Домашний Крисмас, Новый год встречать. Так, и вот такой с мишками. Боже, это что за ужас? Это что такое? Это вот что такое? Товарищи, я хоть и люблю блестящую, но не на такой степени, да еще за 2500. Не, ну может кому-нибудь там надо, там для чего-либо, да, там для корпоратива. Ну какая футболочка, только футболочку. Вы что, за 800 рублей только футболка? И все потому, что это новогоднее? Ну, это неинтересно. Что-то вы нас не радуете на Новый год, правда? Было бы со штанами, можно было бы поговорить. Вот такие штанишки классные. Давайте убейте цену. 1299 рублей. Угу. Ой, да еще, слушайте, такая наклейка потрескается, еще неприятная к телу. Какая тут везде красота, да? Женские носочки. Мудис. Одна пара, а стоит 249 рублей. Я вот купила только такие, ну, теплые, прям вот теплые, хорошие. За такую же цену. Ой, ну это платье все. Так, ну а это что за пролестница? 1299 рублей. Вот. Такое. Все. Все. О, с печенькой. С обломышем. Что-то я тут еще видела новогоднее. А почему все там? А почему все закрыто? А почему мне туда не подойти? А я хочу за 2500. Давайте хотя бы так вот вытащим, посмотрим. Они закрыли вот этими, вот видите, куртками. Довезли. Ну классно, штаны. Это кофта. Свитерочек. Ребенок, не плачь. 2499 рублей. Вот там вот такого красного цвета. Видите, не подползти. Тут завалено, закрыто. Хулиганы. Я хоть одну так подставлю. Для привлечения. Ну, там такие же штанишки. А вот там не набор ли? Нет, не ли. Просто. А вот там тоже что-то. Штанишки симпатюшные. Ну и опять. Это уже мужское. Да, 799 рублей. И штанишки. Ну давай, влезай. Ценник, господи. 1499 рублей. Видите, закрыли. Какие за... Ой, кибози. 799 рублей. И вон. Такие зайки. Сейчас я вам покажу. А там вообще с носками. Надо вот вытащить, посмотреть. Вот там, видите, да? Вон. Шортики. Шортики нам не надо. Пойдемте с другой стороны подползем. Ну, если достанем. Вот. Вот это вот. Так, с носочками, штанишками. Так вот. 2500. И вот. Класс. Вот лучше такое купить, да? Чем вот это вот без носков. Я носки. Почему носки? Обманули. Ну, я вот так повешу, чтобы же людям туда не тянуться, если даже кто-то не заметил. И... О, одел и танцуй. Вот у них сколько всего. Сейчас покажу. Такая юбка. Смотрите, рын-рын. Для корпоратива. Цена оторвана. Секрет. Там тоже ценник. Оторв. Так, ну давайте надеемся. 999 рублей. Вот здесь мужчин, смотрите. И вот такой. Такая футболочка. Прикольно, вот это вот. 999 рублей злой. Новый год. Вот. Носочки тоже прикольные.
сколько? 299 рублей. В пропрыжку только. Видите? Если вот так вот. Вот. Супер. Супер. Ну, это мужское дело, да? Должно быть как бы повыше минимум. Вот вам теперь и расчет. Что ты хотела? Что хотела, то получите. Распиши чучужного цвета. А что сейчас? Сейчас зима. 70%. С 17 по 30, по 30, значит, сегодня включительно по 30. Сегодня тоже скидки. Это хорошо. Так, джемпер 600 рублей. Хотим джемпер? А давайте посмотрим. А вдруг нам понадобится джемпер? Есть вообще такие размерчики. Классный джемпер за 600 рублей. Это вообще даром. Прям даром. Я люблю с таким треугольным вырезом. А размер какой? М-ка. Но здесь надо брать не М-ка. Здесь надо брать Эльку и не Осибюсе. Если вообще такое тут есть. Ну, как я смотрю, XS, М-ка. СМ-ка. А вот и Элечка. Одна. Сейчас я посмотрю. Так, также штанишки. По 600 рублей. Тоже отличная цена. Вот. Надела, думаю, ходишь тепленько. Супер, да? Вот. Только для взрослых. Только это для друзей модис. И для взрослых я же совсем. Тоже штанишки. Но здесь уже, наверное, будут другие. Тоже 600 рублей. Нет. Серенькие. Такие. ТС-ка. ТС-ка. Так. Вот. М-ка есть. Ну, М-ка, по-моему, нормально будет, да. М-ка. Да. Совершенно нормально. Так. Носочки. Вот 299 рублей. 199 рублей. Такие носочки классные. 199. Это 499. Прелесть. Зайкой, да? С кроликом. Чего все зайка? Для меня зайка. Кстати, футболки по 200 рублей. Отлично. Видите? Ну, тут... Тут надо брать Эльку. А лучше еще XL. Я не совсем в обтяжку. Но у меня футболки есть. Вот. Не надо... Красивый цвет. Вот был бы такая. Ой, господи, Элька. Да, она только. А она только. XS. Совсем маленькая. Совсем в обтяжечку такая. Ну, цвета, конечно, разобрали. Все красивые цвета. Вот, тоже. Так. Что тут у нас еще интересного? Нужного? 1299 рублей корточки. А, дело пошло. Так, два по цене трех на детские колготки. Берете три пары, платите три пары, говорю. Берете три штуки, платите за двое колготок. Носочки люблю. 300-400 рублей носочки, три пары. Красивые. Так. Тоже носочки 399 рублей. Раньше здесь были чудесные маечки. Прям замечательные. Без вот этих вот, видите, штучек. Очень классно, мягенький, хороший хлопок,
все, нету. Я только здесь и покупала. Ну, смотрите, штаны 500 рублей. Были 700, стали 500. Вообще были 1199 рублей. Такие в сердечку. Вот. Ну и размеры, наверное. Тут такие эска. Это бы сзади большой, точно. Элька, да. Ну вот эти вот отличаются вот от этих. Нет, при желании можно в эску влезть. Да? Да. Сейчас хочу посмотреть. Так, это у нас Элька. А это у нас еще есть. О, Эмка. Они меня ждали. 500 рублей. А эти у нас? Это 600. Ну, это мне... Это вот материал как-то помягче, чем вот этот. Мне вот этот больше нравится. Уйди. Ты кто? Ленивец? Похоже на ленивца в маске. Розовенькие. Тем уж мне кажется. Да нет. Мягче. Дырок нет. Отличные штанишки. За 500 рублей. Ну, темочку возьмем. Да? Что у нас тут? А вот тоже. Тоже, наверное, 500 рублей. Да, тоже вон сзади, видите. Так что этого много. Удовольствия. Хотите? С совушкой. Она, кстати, тоже по скидке. Влезай. 700 рублей. Нет, совушкой не хотим. Совушкой не хотим. Шортики, футболочки. Ой, какие штанишки классные. Тоже по скидке сейчас посмотрим. 700 рублей. С Микки Маусом. Не, ну Микки Маус мне не нужен. Ну, мы в сердечках прекрасно походим, да? 500 рублей вот такая футболка. Так, 700 рублей. Ой, классно вообще. Микки Маус. 999 рублей. Ну, такие симпатушные, я хочу сказать. Да, штанишки домашние. А я вот такие буду рассекать в сердцах. И тоже штанишки, между прочим, 500 рублей. Вот. Ну, даже лучше будет, чем те, удобнее. 500 рублей точно, но это эска. Это эска. Вот. Вот они. Ну, это совсем маленькая, сразу видно по талии. У нас не такая талия. Ну, в общем, своего размера не нашло. Да еще и оказались по 800 рублей. Ладно. Пойдемте дальше. Так, 800 рублей. С капюшончиком. Такие вот. С длинным рукавом. 1299 рублей. Толстовки. А нет, 800 рублей вон цена. А нет, это не эти. Наверное, вот эти толстовки без 1799. В общем, фиг разберешь. Толстовочки такие хорошенькие. Красивый цвет, мне нравится. Если 800 рублей, то это отличная цена. Видите? Это Инка. Она мне большевата. Потому что грудь так вот, видите, открыта. Поменьше бы было бы вот так вот. Да, вот. Было бы отлично. Это то ли она небольшая. Еще мне не нравится вот. Видите, как сделано, что это такое? Это не просто, знаете, там помялось как-то. Вот, я вот растягиваю, оно не растягивается, как брак какой-то.
Ну что? Можно было на размерчик меньше. Но я похудела немножко тогда. Вот. Но все равно. Вот эта ветка нормально у меня. Смотрите. Вот. Ну. Рукав 3/4. Я думала, он длинный рукав. Я бы хотела быть длинной. Был бы длинный рукав, было бы хорошо. Он короткий, видите. Ладно. Заколочки. Я купила двое штанишек. 249 рублей. Двое штанишек купила. Кофточки не стала. Нет, никакие. Что у нас тут новогоднее? Кстати, есть, есть. Давайте посмотрим. Так, у нас тут новогоднее. Вот тут. Так, 249 рублей. Вот такой бандочек. Новогодний. Чехол для телефона 119 рублей. Для какого телефона? 7-8 что-то. В общем, смотрите, еще вот такой. Ого, прелесть. Тюнь. Прелесть. Так. Набор. Это вот этих вот получается 149 рублей. А сколько у нас стоит пакетики? Ну, давайте будем надеяться, что найдем. Надежда. Набор свечей. Нет. Потому что там очень мелко. О, может быть здесь. Ура, 199 рублей. Но нам такой пакет не нужен. Бомбочки. Еще вот это вот пропустила. Что это такое? А, свечи гелевые. Мути-пузи, вы посмотрите. Они еще в таком, как стаканчики. Какая прелесть. 199 рублей. Просто прикольно. Стаканы. Ну, наверное, 200. Нет, 399 рублей. Все, идем в Галамарт. Я шучу, конечно. О, еще вот такой вот ободочек. Вот. Что-то я не знаю. Ой, такие гелевые. Классные вообще. Свечи гелевые надо положить туда. А нет, вот они тут-то. Тут-то. Тут-то Марфута. 199 рублей. Бомбочки. Бомбочки для ванны. Классно. Вот эти бокалы. Супер же. Супер. А вот это что такое? Это, наверное, это бусы украшения. Да, это бусы украшения на елку. 100 рублей. Супер. Вообще. Обмотался бусами. Вот тебе праздник. Еще и наклеился, обклеился вот этими декоративными наклейками, которые еще в темноте светятся. 100 штук. Все, праздник обеспечен. О, вот это лучше. Угу. Такие вот они еще в темноте светятся. Заряжаются от этого. Хотим? А сколько? 200 рублей. Есть еще? У меня только снежинки. А, вот еще. Такие звездочки цветные. Не только зеленые. Видите? 199 рублей. Класс. Все, зеленые. Ну, что они все? Синие, какая редкость. Голубые, вернее. 100 штук. Надо голубыми. Они за этот... Снег сойдет. Ой, какая тяжелая бомбочка. За снежинки. Вот такой. Пончик. Опа. Они уже падают. Вот. Пакетики. Дюн-дюн-дюн. Что у него такое? Вот это вот вместо губ. Ну, смотрите, сразу под носом. Да. Ну, все.
все. На этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарий. Хочу вам пожелать крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ. Исполнение желания, что все у вас было хорошо. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всегда новых встреч. До свидания.